Так, мы в сторону этого идем. Заправки сначала. Мишка, смотрели эту камню? Да. Да, она посмотрит. Опа, двое бегут слева со стройки. Они только заспавнились. Куда бегут? Центр. Могилу бегут. Один из них. Второй юсек. Ты будешь этого да, юсека? Где? За забором. Где такая двухэтажная времянка, он, скорее всего, где-то за ней прячется. Подконтроливаю слева. Он тут ходит, слышу. Тебя, у тебя. Убивай, убивай. Я убил. Он убил Вита, я убил его. Надеюсь, не я Вита попал. Нет, Вит, скажи, я что не нет. Вышел. Он, да, тебя? Ты меня. Я тебя? Блять. Я заберу тогда. Да там нечего сделать. Прям. Я в типа этого стрелял. Я уже не думал, что ты его убьешь. Дал одну тычку, блин, и попал тебе в спину, походу. Вита, что ты там прыгал, скажите? Ну вот ты подпрыгнул как раз, походу, на пульку, блин. Я смотрю за этим, вот чувак выходит, Вит прыгает. Ну как в колде, я походу, прыгал. Хотел. Что-то Call of Duty плеер просто так, он же там выпрыгивает из угла обычно. Сложнее попасть. А ты его убил? Да, да. Как оформить? В лаунчере есть кнопочка, типа отправить баг репорт или типа того. Вот напиши туда. Меня напрягает, что стрелял с ПДшника, потом что-то ПДшка стихла. И сидит ли там на камнях? На выходе. О! Блять, ты Ванга? Прочитано. Ну все, тебя тоже забанят, получается. О, шел, нашел. Че дошел? Бронеразгруз пятого. Ой, да, все. С радаром играю, читами. Да, да. Вот так же я понял, когда там прочитывал этих типов. Ага. Заряженную воду твою просто попил немножко. Вот а, ты день. Тоже ты зарядил, да, такую воду? Да. Водичку да. Немножечко. Сука. Ну ты даже не дёрнулся, блядь, там сюда. Вот ты не переживешь. Тело с двух. Ты слышишь такой звук после каждого выстрела? Да, да. Такой да. Бум, чик, бум, да, чик. Да, да. Что это такое? Баг звука, походу, раньше не было. У меня как будто звук, типа, обрезанный резко такой, без эха. Энергия 14, сколько там она уходит меня? По 7 единиц уже уходит в секунду. А, в минуту. У меня еще 2 минуты, я без энергии останусь. Пошли по-быстрому убиваем. Так, по-быстрому, я с удовольствием. А, стой, на! Тихо, бежит нам навстречу. Не херо, там еще один. Понял, дал флеха, вот отошел. А он убил. Дробовика нету, ведь, да? Андарка. Бандеха. А, погоди, Билли. Билли. Нет, Nike NDR. Есть такой? Тоже нету. Ну, это китайцы, кстати, какие-то. А, так ты обоих заложил. Хера у него тут Андарка, конечно. Сука, заклинило, прикинь. Понятно. 95 прочность. Как вчера, помнишь, так же было? Да, да, да. Капец. Смотри, может еще есть. Я хилюсь, если. Ну тебе туда до последнего, вот тут вдвоем сходим. Пойдем. Какой-то полдурок.
Да, кто-то ходит. На той стороне или по бассейну, я не понял. Вот шифтует. Это этот дебил! Да. Убил ли он? Это этот дебил! Да. Убил ли он? Он просто исчез! Что, блядь? Блядь! Я умер! Я просто умер. Гребаный. Наверху, на железе. За мной бежит. Выводи его на меня. Меня убил Тагила, который просто исчез. И убил меня невидимый. Я под низом. Беги, 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 беги. Во второй зал ушел. Какой второй зал? Потом по тебе? Да-да-да. Я зашел. Он у меня бегает на первом. Поднимайся наверх, я у тебя. Давай, 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 забегай. Он у нас по душевым бегает. У меня нет, ни хп, мне надо хилиться, кровь идет. Давай, давай, давай. Он телепортируется. Он исчез, блядь, я по нему пострелял, он исчез. Потом он появился исчез, и убил тебя. Готов. Вот это босс, блин. Соберите меня туда. Че? Ключ от склада санатория. Ты бегаешь по железу? Слева железо, нет. Вот как нам бежит. Да, готов? Да. Давай, пошли. Я здесь, поднимайся. Он сдох от гранат. Я вижу. А он вообще просто, я говорю, я его перед собой видел. Вижу, что он ходит, спокойно просто считает, и я умираю. Я видел. Сука. Каким-то говном скорострельным челобот. А, тебе же похеру на моей БТшке. Почему бы нет, собственно? Вставай, давай, ёкарный шашлык, блять. Сумку-то не получится забрать. Дра себе, блядь. Реально пол, я еще, у меня еще. Опять бегу, 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 бегу. Ты наверху? Да. Он дальше туда, в сторону гриды. Гранат кидает. Вижу. Камень егеря. Убил. Хорошо. Не знаю. Хер с ним, наверное, пускай. Я не пойду, не, мне потом опять эти квест делать, дурацкий. А танк есть выход? Да. У меня перевес, для меня вообще проблематично, как надо бегать. Опа, сумочка что-то в кусту. Не ваша? Нет. Нет? Нет, скорее всего, типа, которого я убил, он без сумки был. О, да, да. Второго, которого убил, скорее всего, в нем. Я покажу гребу.
У нас чувака за озером. Правее церкви, метров 100. Убил. Он по тебе попал, да? Да. Под 101. Сейчас на мемку должны где-то быть. Убил. По кому он стрелял? Он стрелял еще на дальних фисеках в ту сторону. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.